Осень – это прекрасное время для того, чтобы сварить глинтвейн. Яркое осеннее солнце и прохладная вода создают настроение для того, чтобы попробовать вино со специями. Вариантов изготовления глинтвейна множество, но всегда в него входит горячее вино, которое варится с цитрусами. Добавляют мед, добавляют специи, перец, корицу, гвоздику, имбирь. И такие же специи входят в старинный русский напиток взбитень с имбирем. Там тоже есть и мед, и специи, и корица, и имбирь, и кардамон. Поэтому горячее вино со взбитнем очень напоминает классическую формулу варки глинтвейна. Попробуйте этот вариант. Все специи в одном флаконе, и осень вам очень понравится на вкус.